Вы смотрите новости онлайн. Телеведущий и отец сына певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев на программе «Пусть говорят» прошел тест на детекторе лжи и откровенно рассказал о своих чувствах к Жанне. Также Дмитрий прокомментировал скандал, связанный с исчезновением денег со счетов Фриске, которые собрали всей страной при помощи Русфонда. По его словам, это особенные деньги, к которым нельзя относиться как к бумажкам. Это эквивалент любви. Этими деньгами люди со всей России и всему миру поддержали тяжелобольную, любимую девушку Жанны Фриске. Есть письменное подтверждение, которое использовалось в суде. Подтверждение тому, что все средства за 10 дней до смерти сняла ее мать. Примечательно, что отец Фриске, Владимир Борисович Копылов, подтвердил слова Шепелева. «Чужих денег мы не брали. Да, жена сняла остаток денег Жанны, и этот остаток лежит в банке. Он никуда не делся. Но при всем этом, он, как всегда, не удержался от обвинений в адрес сожителя его дочери. Он высокомерный, людей вообще ни за кого не считает. Человек, который из грязи в князи приехал», – негодует Владимир. «Ничего не было, а сейчас он имеет 8 охранников, ездит куда хочет. И спрашивается, на какие деньги, если человек полтора года не работал». На претензии отца Фриске Шепелеву нашлось, что ответить. «Все счета опустошены. Это сухая банковская статистика. Со счетов за несколько дней до смерти Жанны сняли не только деньги Русфонда, которые принадлежат ни Жанне, ни ее родителям, ни мне, ни Платону, они принадлежат Русфонду и жертвователям. Кроме этих денег были вычищены и личные счета Жанны. Родители оставили Платона без львиной доли наследства. У меня в голове не укладывается, как, видя умирающую дочь, можно идти в банк и думать о деньгах. Вот этого я не понимаю», – признался Дмитрий. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!